Ежегодно наше хозяйство высевает линейку гибридов фирмы Сингента. Также по результатам опыта мы добавляем в дальнейшем в производство и дальше работаем с ними. Ежегодно сеем Талисман, Телес и Кордона. А гибрид Ротанга мы добавили в этом году в посев по результатам опыта в прошлого года. Талисман, Телес и Ротанга традиционно сеем на зерно. В Кордона у нас больше преимущественно на силос используется. Потому что зоотехника, в принципе, устраивает и качество силоса. В этом году совместно с фирмой Сингента провели анализ на содержание сухого вещества в кукурузе. Составило 37,2%. В данный момент мы находимся на поле гибрида Сителес. Посеян он был в третьей декаде апреля с густотой 95 тысяч на гектар. И видим, что початок, в принципе, сформирован. Пока на что убирать не решили. Или силос, или зерно, уже в дальнейшем определимся. В преддверии посевной зимы зерновых хотелось бы еще добавить, что все семена были протравлены препаратами фирмы Сингента. У нас используются такие, как Селис Макс, Максим Форте и Вайберс Интеграл.